Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 3 месяца. Закон об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине поддержали 324 народных депутата. В целом военное положение продлили до 18 августа 2023 года. Также принят закон о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. За него проголосовали 333 депутата. Всеобщую мобилизацию тоже продлили на 90 суток. Впервые Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Его действия продлевают уже 6-й раз. Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в случае угрозы национальной безопасности. Согласно законодательству, во время военного положения может усиливаться охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также на время военного положения в Украине введен комендантский час.